За сутки COVID-19 подтвердился у одного медицинского работника. Об этом стало известно 8 сентября на брифинге представителя Минздрава КР. Новый случай выявлен в Ворской области. За сутки выписано из стационаров с выздоровлением 4 медика, из домашней самоизоляции 17. Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3158 случаев, из которых всего выздоровели 2600.